50. Ну и, конечно же, 17 апреля 1964 года родился известный российский эксперт по мясу, хороший человек, семьянин, чемпион и любимец детей Сергей Будко. Браво! Браво! Браво!
а он снимается на одну известную песню. Песня про бабушку, которая курит трубку. Отлично. Так, кто будет бабушкой у нас? Давайте выберем бабушку. Причем не важно, что... Это может быть и мужчина, не важно. Нет, друзья мои, у нас малобюджетная вечеринка, мы будем показывать инструменты. Мы будем показывать их руками, вот так, чтобы, да? То есть, гитарист, давайте вот такой ударник. Там очень... Да, барабанщик. Или могу подпевать. Смотрите, еще там саксофонистки. Давайте девушку-саксофонистку найдем. Опа. Ты умеешь, а ну сыграй на саксофоне что-нибудь. Ну, сделай, а руками играй. Нет, друзья мои, так не танцуют, это не по танцовке, это варьете. У Сукачева по танцовке она в такт танцует. В такт. Подожди. Это вообще, она просто рвет зал. Красный, поскольку она по танцовке, понимаете? Отлично. Так, вот гитара, как? Смотри, ребята, вот ты. Значит, гитара, ты соло. Ты ковыряешь, ты ковырок, понимаешь, ты ковыряешь. Понимаешь? Так, стой, парень, не, так не играет. Вот так. Слушайте, оно со льдом, а вино может быть со льдом? Да, это не сухое.
Нет, это не сухое. Так, ребятки, давайте вы попьете и скажете, что это за вино, может, вообще без кайф. Как вы делаете? Как вы дегустируете? Вы ждете после вкуса или как вы делаете? Ну, точно могу вот сказать, Сергей, да, что это вино не для Сергея было сделано. Я хотел у вас спросить, есть ли в зале охотники? Тихо! Друзья мои, прежде всех концертов! Так, подождите, друзья мои, аккуратно, у нас сеть старая, может пораться. Сейчас мы проведем маленький мастер-класс по тому, как крякать без кряка. Значит, я сейчас покажу, выключим. Я покажу, как это делается. У меня в руке ничего нет. У меня есть только микрофон. Я покажу, как я крякаю на охоте, для того, чтобы привлечь их. А вы попробуйте повторить. Итак, друзья мои. Встаете, встаете. Мы тренируемся. Смотрите, значит, мы делаем так. Руку вот так делаем, да, и вот так делаем. Да я бы вас застрелил вообще. Да, так, пробуем. Окей. Это лысуха. Главная пьянка. Подождите, не уходите, куда вы уходите, у нас охота еще не началась. Сначала мы тренируемся. Андрюш, не-не, Андрюш, это вы так в туалете делаете. Крякать, крякать, нет, нет, Андрюш, подождите. Андрюш, крякай вот сюда, вот так. А я говорю, у меня скрякай, когда выходила двое. Андрюш, крякать нужно в раструб. А вы... Это другой звук, Андрюш, это нельзя так. Вы меня разговариваете, крякать не умеете, крякайте. А Мазерати по-другому не может там. Я понял. Хорошо, хорошо, друзья мои, все, значит, крякать мы научились. Репетируем. Так, кружок первый прошли. Начинаем стрелять потихонечку. Мимо, мимо, мимо. Отлично. И вы садитесь потихонечку на плёс. Сели и пёрышки чистите, пёрышки чистите. Там вот тут чистите пёрышки. Вот так. Чистите, плюет там, плюет там. И тут охотник из засеки. Бах! Бах! Попал, что ли? Собака, собака. Собака меньше утки. Забирает утку. И охотники одну промазали, она улетела, правильно? Все же не попали. А одну убили. С чем вас, собственно, и поздравляем. Друзья мои, вот так проходит охота у нас у мужиков. И не думайте, что мы там пьем водку. С наступающим у вас днем рождения. Спасибо всем артистам, вы настоящие охотники. Я бы с вами поехал. Итак, друзья мои, сейчас вы увидите мастер-класс по разделке барана. Включите музыку, вынесите, пожалуйста, туши барана. Сейчас Сергей разделает за 2 минуты. Это полутуша барана. Сергей, можно у вас спросить? Скажите, сколько лет этому барану было, когда его зарезали? Год и 2 месяца. Год и 2 месяца. Скажите, в какой области Краснодарского края или юга России он вырос? Да нет, он свежий, Сереж, свежий. Мы же его только привезли с бойни. Его с бойни только привезли. Тихо, 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 тихо. Аккуратненько, аккуратненько. Нет, понятно, что у вас теперь есть своя бойня. Я знаю, что он ел ежевику в Сиерском районе. Смотрите, сколько людей сбежалось посмотреть на этого барашка, на котором стоит печать Сергей Будко 5-0. Да с чего вы начнете? Ну, самая лучшая часть... как в фильме «Гараж». Это семейная пляжка. Она самая дорогая, да. Она как бы по рубль 20. Друзья мои, это же торт! Сергей сейчас вас будет угощать тортом! This is my song. Here is a song, a serenade to you. The world, it cannot be wrong.
If in this world there's you, I care not what the world may say.